Прижане больше подают калекам, чем здоровым. Сияние мудреная истина дает королю нищих средства воздействовать на работников, приносящих недостаточно денег. Этот вот потерял ногу. Ты можешь броситься туда, поднять шум, и тогда все эти крысы шустро разбегутся по щелям. Или можешь исчезнуть, смешаться с толпой, и проследить за ними долгого короля. Ногу ему все равно не вернешь. Вот так. Сделайте ему больницы прижигания и отправьте обратно на улицу. Давай, поднимайся. Благодарю за совет. Пока рано. Зачем вы мне помогаете? Кто вы такой? Я давно наблюдаю за вами, Арно. И считаю священным долгом помогать всем, кто, как и я, жестоко страдал в камерах Бастилии. Кроме того, я так давно мечтал увидеть падение короля нищих. Что до имени? Перед вами Донатьен Альфонс Франсуа, маркиз де Сад. Навестите меня, когда надоест гоняться за крысами. Такой след не упустишь. Удачи! Oh,
знаю. Куда ты? На фонаре висеть будешь, оттуда... Из-за ошибки в счетах. Вы шутите? Я думал, он прикарманил. Пару монет. Нет, пропустил единицу в отчете. Ясно. Тогда живей. Внутри его живо. Чую, тут что-то не так. Он мертв, смерти. Так бросьте его в канаву и заходите сами. Я скачу кувалду и тебе черепушку.
обозначена страдальцем шестой койки. Страшно горел на пожаре, потеряв семью и рассудок. А Жорги, вы знаете, как их трудно сделать, не спалив дотла полквартала? Пара капель кислоты и все. Обывателей не отличат. Где король нищих, и останешься жив. Катакомбы! В катакомбах под старой церковью! Латуш, какая изумительная стойкость. Что скажет твой хозяин? Боже, помоги!
это же не усложняй! Назови имя! Так просто тебе не уйти! Хвоста! Торопись! Ты грязный предатель! Законно стою тебе! Вот ты где! Слишком медленно! Тебе не сбежать! Проваливайте! Полезно, и даже очень. Thank you.
еще один шаг. Вперед! Сюда иди! Вперед! Гостуйся, не ерунду! Вперед! Заткнись и делай, что тебе говорят! Стойка! Я тебе говорю! Просто перебьет.
по-другому запою. Ничего себе! А это мне! Ага! Вперед! Атакуйте сзади! Собачья смерть! Сладкий. Зли меня! Голову снесу! Проклятье! Ну и боль!